Здравствуйте! Сегодня приготовлю очень вкусный кабачково-печеночный торт. Мне потребуются кабачки, яйца, специи, молоко, мука, лук, чеснок, сметана, печень, огурец, помидоры, укроп, морковка, майонез и растительное масло. Трем кабачки на крупной терке. Если у кабачков грубая кожа, то ее можно очистить. Солим и перчим. Перемешиваем и оставляем на 5 минут. Отжимаем жидкость и перекладываем в другую емкость. Добавляем яйца и муку. Слегка перемешаем. Накаливаем сковородку и жарим блинчики. Перекладываем горячий корж на салфетку. Таким же способом жарим еще два блина. Кабачковые блины отставляем в сторону. Печенку нужно измельчить. Выливаем в емкость. Солим и перчим. Вбиваем яйца. Перемешиваем. Вливаем молоко и снова тщательно перемешиваем. Всыпаем муку и размешиваем. Должно тесто получиться как на блины. Жарим печеночные блинчики на масле. Готовим начинку. Морковку протираем на крупной терке. Разогреваем масло и обжариваем морковь. Нарезаю лук и отправляю к морковке. Перемешиваем и обжариваем до готовности. Солим морковочку, перчим и добавляем сметану. Готовим помешивая 2-3 минуты и снимаем с огня. Измельчаю чеснок и смешиваю с майонезом. Нарезаем помидоры кружочками. Начинаем складывать торт. Вначале кладем печеночный блин. Наносим морковную начинку. Кладем еще печеночный блинчик. Смазываем его майонезом. Выкладываем помидорки. Немножко присаливаем. Кладем сверху кабачковый блин. Выкладываем морковную начинку. Выкладываем печеночный блин. Перемазываем майонезом. Кладем сверху печеночный блинчик. Промазываю морковной начинкой. Накрываю кабачковым блином. Обмазываем майонезом. Выкладываем кусочек помидора. Немного присыпаем солью. Накрываем печеночным блином. Выкладываем морковную начинку. Выкладываем наверх кабачковый корж. Примазываем майонезом. Накрываем последним печеночным блином. Обмазываем торт сметаной. Обсыпаю торт сыром. Вырезаю из огурца цветок и украшаю торт. И украшаем листиками укропа. Ваши гости будут в восторге. Желаю вам приятного аппетита!